Всем привет! Сегодня мы приготовим песочный пирог с творожной начинкой. Для теста я взяла 450 граммов муки, 200 граммов мягкого сливочного масла, 2 яйца, 150 граммов сахара, 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка разрыхлителя, это 10 граммов. Для творожной начинки я взяла 500 граммов творога, 1 столовая ложка кукурузного крахмала, 1 чайная ложка ванильного сахара, 2 яйца, 100 граммов сахара. К сливочному маслу добавляем сахар и растираем сахар. Можно это сделать миксером, если вам удобнее. Можно венчиком. В общем, смешиваем сливочное масло с сахаром. Добавляем к маслу, сахару, яйца и сметану. Хорошенько перемешиваем. Разрыхлитель смешиваем с мукой. Мука предварительно просеянная. И добавляем муку частями в тесто. Замешиваем мягкое тесто. Муку всю сразу не высыпаем. Может понадобиться чуть меньше. Вот примерно такое тесто должно у нас получиться. У меня ушла вся мука. Тесто кладем в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут. Готовим начинку. В творог добавляем все ингредиенты. Крахмал, ванилин, яйца, сахар. И перемешиваем. Я это делаю при помощи погружного блендера. Перемешиваем до однородной массы. Вот такая масса у меня получилась. Часть теста я отделю, ну, примерно третью часть, и кладу в морозилку. Мы будем натирать эту часть на терочке сверху. А эту часть распределяем равномерно по форме и делаем бортики. Я застелила форму бумагой предварительно, чтобы не прилип пирог. Ну, вот так вот у меня получилось. Теперь выкладываем начинку и распределяем ее равномерно. Разровняли начинку. И теперь достаем замороженный кусочек теста и на терке натираем его, распределяя сверху на творог. Натираю на терочке тесто. И если оно не падает, вот просто распределяю равномерно по поверхности творожной начинки. Вот таким образом натираем оставшееся тесто. Вот так вот получается, как бы кучерявый пирог. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов, ориентировочно 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Пирог выпекался 40 минут. Остужаем и будем пробовать. Нарезаем наш пирог. Вот такой пирожок в разрезе получился. Вот такой у нас сегодня пирог с творожной начинкой. А на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч, до новых вкусных рецептов на нашем канале. Пока-пока!